числа. Работаю в диагностическом центре «Диагностика плюс», расположенный на Рабочем проспекте. Меня попросили рассказать об основных общих чертах, направлениях и различиях компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Вначале коротко, что это такое и чем они отличаются. Значит, компьютерная томография – это метод послойного изучения органов систем человека, основанный на измерении рентгеновского излучения. В настоящее время применяются спиральные компьютерные томографы. Они заключаются в том, что рентгеновская трубка, встроенная в гентри, одновременно вращается вместе с поступательным движением стола, на котором находится пациент. За один оборот трубки делается в современных томографах от 12 до 124 срезов, что позволяет минимально снизить время рентгеновского излучения, а значит нагрузки. Значит, все исследование проходит в течение сканирования 10-30 секунд. Это важно для исследования пациентов грудного возраста, то есть практически противопоказаний по возрасту для компьютерной томографии не существует. И относительные противопоказания, абсолютные противопоказания практически нет. Это только беременность, которая мочевая нагрузка. Больше противопоказаний для этого нет. Мы получаем за время этого сканирования сырые данные, потом уже компьютер, почему все так быстро, и потом уже компьютер обрабатывает. И в трех проекциях мы можем посмотреть то или иное изображение, измерить плотность данного образования или данной там, что у нас данной патологии, посмотреть данный орган в трех органах: костном, абдоминальном, тканном, легочном или еще каком-то. Значит, какие основные показания именно для компьютерной томографии? Это такие же, как и для рентгенографии, потому что основаны на рентгеновском излучении. Это исследование органов грудной клетки, легкие плевры, лимфатические узлы, исследование придаточных пазов носа, пирамидок височных костей, исследование органов шеи, гортани, лимфатические узлы, слюнные железы, исследование костно-суставной системы, и исследования в основном мочекаменной болезни и желчнокаменной болезни. Но это коротко о компьютерной томографии. Основным недостатком является, конечно, все равно довольно-таки большая лучевая нагрузка на пациента. Хотя за время существования компьютерной томографии эта нагрузка значительно снизилась. Магнитно-резонансная томография считается безвредным методом, основанным на измерении электромагнитного излучения, которые получают путем возбуждения протонов, находящихся в наших тканях, в специальном электромагнитном поле высокой напряженности. Значит, что представляет из собой магнитно-резонансный томограф? Это туннель протяженностью 1,5 метра, это стол, куда в определенную катушку помещается тот или иной орган, который исследуется. И исследование проходит уже в течение не, как я сказала, 10-30 секунд, а исследование идет от 10 до 20 минут, в зависимости от того, какой орган мы исследуем. Почему так долго? Потому что каждая плоскость проходит своя программа. То есть, если мы хотим посмотреть там фронтальную, корональную, сагитальную плоскость, своя программа, которая длится в течение 2 минут. Кроме того, мы должны посмотреть в разных протонных взвешенностях, Т2-Т1, Т2-СТИР, это тоже занимает определенное время. Поэтому при применении магнитно-резонансной томографии уже детям грудного возраста крайне сложно, да и детям малого возраста. У нас опыт работы где-то детей с 4 лет, если они адекватны. Бывает, что и взрослые, не каждый взрослый может провести магнитно-резонансную томографию, потому что замкнутое пространство, потому что громкий звук довольно-таки неприятный, поэтому есть ограничения по возрасту. Кроме того, если в компьютерной томографии практически нет противопоказаний, то для магнитно-резонансной томографии существуют абсолютные и относительные противопоказания. Абсолютные противопоказания – это наличие ферромагнитных протезов, ферромагнитных клипс, осколков, кардиостимуляторов, имплантантов среднего уха. Кроме того, относительным противопоказанием является клаустрофобия.
большой вес пациента, потому что туннель этот определенный диаметр имеет, и поэтому масса пациента более 120 кг является уже показанием для проведения магнитно-резонансной томографии. Для чего используется магнитно-резонансная томография? Это в первую очередь изучение головного мозга, гипофиза, сосудов головного мозга и шеи, исследование спинного мозга, дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, объемных образований органов брюшной полости, малого таза, исследование сосудов. Не сосудов, а суставов. Значит, и там, и при компьютерной томографии, и при магнитно-резонансной томографии проводится контрастное усиление. Если при магнитно-резонансной томографии препарат абсолютно безвреден, ну, по крайней мере, побочных эффектов, как правило, не бывает и не требуется дополнительной подготовки, то препараты при компьютерной томографии, они йодсодержащие. И поэтому, возможно, аллергическая какая-то реакция на них. Перед исследованием мы проводим реакцию лейкоцитолиза. Теперь почасто. Когда назначается? Ну, начнем с позвоночника, потому что он близкий к вам. Поэтому начнем с него. Но любое исследование позвоночника начинается с рентгенографии в двух проекциях. Если вы видите там патологию, когда надо назначить компьютерную томографию, когда обычно требуется компьютерная томография, это осложненные компрессионные переломы. Когда есть подозрение на компрессионно-осколочный перелом, и надо посмотреть отношение фрагмента осколка по отношению к позвоночному суставу. Когда есть подозрение на переломы отростков позвоночника, на рентгенограмме не всегда они видны. Когда есть подозрение на вывихи и подвывихи в дуготрубчатых суставах. Когда есть подозрение на патологический перелом, то есть на рентгенограмме структура позвонка не очень понятна, тогда мы делаем компьютерную томографию, уже исключаем патологический перелом. То ли это на фоне объемного образования, то ли это на фоне воспалительных изменений. Когда еще назначается компьютерная томография позвоночника? Ну, при аномалиях развития, это однозначно. При воспалительных заболеваниях, при спондилитах, и при объемных образованиях позвоночника, именно тел позвонков, а не спинного мозга. Значит, в каких случаях мы можем помочь при магнитно-резонансной томографии? Я как рентгенолог сталкивалась с проблемой, когда берем боковой снимок позвоночника, после травмы ребенок и видим, либо не снижена высота позвонка, но вогнута замыкательная пластинка, либо снижена, есть клиновидность тела позвонка, но она на фоне остеохондропатии, на фоне диспластических изменений. И тогда непонятно. Либо снижена высота позвонка, но какой-то клиники такой, ну, яркой, компрессионной нету. В таких случаях может помочь магнитно-резонансная томография. При магнитно-резонансной томографии есть программа жироподавления, Т2-СТИР. Когда подавляется жировая ткань, и на фоне жировой ткани мы видим отек костного мозга. И если мы вот в таких сомнительных случаях сделаем магнитно-резонансную томографию, то тот позвонок, который нам не понравится, мы сразу увидим, будет ли он гиперинтенсивный по этой программе. Если он гиперинтенсивный, то это так называемый в кавычках свежий перелом. Если же изменения от костного мозга нету в этой программе, хотя позвонок клиновидный, хотя там есть изменения замыкательной пластинки. Это, как правило, посттравматическая деформация или клиновидная деформация на фоне остеодиспластических изменений. Это по магнитно-резонансной томографии. Ну, кроме того, основными показателями для магнитно-резонансной томографии являются дегенеративно-дистрофические изменения, выявление протрузий, грыж дисков, ну и вот в основном объемных образований спинного мозга, то есть и сирингомиелии, и интрадуральных, интермедулярных образований. Теперь перейдем к суставам. Но основным показанием для магнитно-резонансной томографии является исследование коленного сустава. Почему? Потому что на компьютерной томографии мы очень плохо видим менисковые связки. При магнитно-резонансной томографии хорошо визуализируются и крестообразные, и коллатеральные связки,
и мениски. Мы можем увидеть кисты Беккера, парамениссковые кисты. Бывает, что на рентгенограмме нету признаков перелома, но болевой синдром в коленном суставе существует. Нам может помочь та же самая программа Т2-СТИР. То есть, если мы делаем МРТ в программе жироподавления и видим гиперинтенсивный участок в том или ином мышелке, то это говорит о том, что без наличия перелома есть отек, торбикулярный отек, а это говорит об ушибе костной ткани. Так, это по суставам. И по тазобедренному суставу меня Альбина Николаевна просила поговорить, когда назначать компьютерную томографию, когда назначать МРТ. Значит, мы делаем также рентгенографию при болевом синдроме. Если нету никакой патологии на рентгенографии, то нам надо исключить артритическую фазу данного процесса, воспалительного или невоспалительного. Для этого назначается магнитно-резонансная томография. То есть мы видим состояние синовиальной оболочки, мы видим наличие жидкости, присутствие патологического выпада, отсутствие патологического выпада, и также видим наличие костного торбикулярного отека. Во всех остальных случаях, когда на рентгенограмме есть костные изменения, то ли это снижение высоты головки, то ли это какой-то непонятный очаг деструкции, в таких случаях назначается компьютерная томография. Проводится дифференциальная диагностика, тоже меня просили вам рассказать, между асептическим некрозом болезни Пертесса и туберкулезным оститом тазобедренного сустава. Но, как правило, все эти процессы протекают длительно, вялотекущие, иногда без выраженного воспалительного какой-то реакции. Значит, для асептического некроза обязательно, ну, в стадии импрессионного перелома, обязательно это снижение высоты головки. При туберкулезном остите, как правило, не бывает снижения головки, по крайней мере, в ранних стадиях. Значит, структура головки при асептическом некрозе будет диффузно неоднородная, уплотнена. При туберкулезном остите это будет очаг деструкции с неровными контурами, иногда выходящие из демократических пластинок с невростоболизмом. Значит, при асептическом некрозе, но основным даже признаком рентгенографии это будет расширение суставной щели. При туберкулезном остите, как правило, это сужение рентгеновской суставной щели. При асептическом некрозе отсутствует, как правило, артритический фон, то есть нету выпадов в суставе, нету усиления сигнала от синовиальной оболочки. При туберкулезе, как правило, все эти симптомы существуют. Но хотя КТ и МРТ не заменяют друг друга, а дополняют друг друга. То есть, если непонятно, при том же, то есть мы кладем ребенку пациента на МРТ, если мы видим, что какие-то изменения в костной структуре, мы тут же перекладываем его на компьютерный томограф, да, обследуем и уже смотрим, чтобы полный диагноз ребенок и пациент с полным диагнозом вышел из нашего центра. Значит, в центре работают врачи-рентгенологи. Центр оснащен 16-срезовым компьютерным томографом, 1-тесловым магнитно-резонансным томографом. Как я уже сказала, обследование проходит в одном, то есть помещение находится рядом два аппарата, и можно с одного аппарата на другой переложить пациента и в каких-то диагностических случаях его дообследовать. Я вам рекомендую именно обращаться в такие крупные центры, чтобы потом не было такого, что вы пришли после МРТ, и вам говорят, надо дообследовать на том-то другом. То есть лучше выбирать центры, где полное идет оборудование. Спасибо. Вопросы какие-то?